связано с тем, что адреналин вырабатывается в крови и требуется больше кислорода. Химическая реакция. Мы когда переход делаем, мы все время снижаемся. Ниже, ниже, но зато летим в сторону. Сейчас прилетим, будем тут искать что-нибудь тепленькое, чтобы опять подняться. Ага. То есть, ну, такая система, так это все работает. Самочувствие немножко легче, потому что мы сейчас ну, такое не двигаемся. Да. Мы прямо идем, ну, в смысле, не крутимся и не дергается так. Надо будет подлетать. Нужно небольшой поточек хоть будет, а может нет. Как повезет. Если будет сильно укачивать, скажешь, мы полетим назад. Это хорошо. Мы уже фактически сейчас вот подымемся и уже весь маршрут мы уже увидели. Абсолютно все, что возможно здесь увидеть, это вот как раз этот круг весь. Ага. Вот. Сейчас мы вышли из потока, чувствуешь немножко вниз. Ага. Вот. Сейчас следующий, возможно, найдем. Немножко еще какие-то есть небольшие пузырьки. Сильного подъема нету, ну так. Подъем немножко. Ты уже из Москвы вдвоем, да, ведь? Да, но я здесь живу, а Руслан в гости приехал. Понял, понял. То есть у тебя гости. Да, да. Я понял. Это хорошо. Надо покатать. Гости, это очень хорошо. Чтобы не местный, потому что проходили, все знают, что он только местный. Ну, здесь легко отделали, сестра с местной первый год встала на лыжи. Да. Первый день упала копчиком. Ой, это неприятно. Лежали сколько, 3 дня мазали, пили обезболивающее. Слава богу, обошлось легким испугом. Ну, это хорошо, что обошлось. Да. Это очень неприятная вещь, копчик это опасно. Ну, потому что нельзя вот так вот. Конечно. Знаете, давайте, наверное, по чуть-чуть спускаться. Да что я почувствую, что у меня... Прямо туда. Да. Даже можно разглядеть вашу машину. Да, класс. Если сильно осмотреться. Причем, когда закрываешь глаза... Уже пролетели. Глаза закрываешь полегче, а так? Приел, ничего, что там полегче. Не, причем странно, у меня вроде бы с этим нет особых проблем. Красота детства. Да. Как и друзья, уже больше, я около 3000. Ну, она реагирует поэтому. Ну, давление сюда интересное. А, ну вот, если давление интересное, тогда... Да, поэтому может давить. Ну, зато как красиво все видно, ни одного облачка нет. Нет, вообще супер, это с погодой прям повезло. Идеально, в плане погоды вам прям повезло. Да-да-да. Ну, тоже ловили, я смотрела погоду в эти дни. Ну, да. Работает.
нормально вообще. Они как реагируют? Ну там, когда местные учились летать, они учились на соло пыли, сами вот так летали. Здесь это все новое. Они просто взяли сразу полтора крылья и полетели с пассажирами. Учиться. Ну, я так понял. Ой-ой-ой-ой, слушайте, это вообще, да, конечно. Вначале очень много поломали, потом, ну, слышали, может, одного убили. Да. И немножко меньше стало слышать, потому что немножко хуже стартовать потом. И все равно, дебила. Да нет, слушайте, если бы я позвонила, услышала, что местные, я бы не рискнула. Они же как-то стоят, где вот на дороге ловят, как-то. Реагирует. Да, конечно, реагирует. Я даже у себя чувствую немножко такое давление есть. Да? Просто что я привычен, это все. Просто чувствую это все. Вопросы начисления. Во время посадки нужно было поднять. Ага. Хорошо? Вот так вот. Да? До какого момента держать? Пока не скажу, встали или просто держать до конца, просто садимся так. Ага. На мои ноги. Хорошо. Сейчас понемножку надо уже. Да. Что говорят? Ну, они мне время постоянно. А-а-а. Я говорю, что чуть попросил. А-а-а. Ноги повыше. Вообще мягенько так. Ну, стараемся. Да. Молодец. В Сочах не так, что ли, было? Супер. А? В Сочах не так нет, было? Нет, я на свои садилась. Фу. Спасибо. Надо вставать аккуратно. Да, все нормально? Супер. Поздравляю. Спасибо. Идем? Чуть-чуть, есть. Все здоровы. Такое. Это нормально, сегодня давление. Это нормально, да, все бывает. Говорю,